деле бега, все походу дали жару. Первой паре суток мы потратили все дало. В номере стоит едкий запах перегара. Да, мы были на пределе, но нам все казалось мало. Как так оказалось, на полу два вышибалы. Пьяные подруги отъезжают на диванах. Наших было трое, но сейчас их только пара. Один почему-то в ванной, а второй уснул у бара. Разбитые бутылки Хеннесси, и в голове никак не клеится. Завтра наш братуха женится, но мы потеряли его в Вегасе. Пошли отели, никакого результата. Одни и те же фразы повторяем персоналу. Speak in Italiano, speak Americano. No, we from Kazakhstan, и мы в поиске братану. Мне звонит его жена. Приведи его сюда, или он полная пи***а. Вот это да, вот это да. Если честно, то я в шоке, братан. Хо сочиняки. Разбитые бутылки Hennessy, и в голове никак не клеится. Завтра наш братуха женится, но мы потеряли его в Вегасе. Пацаны, куда он делся? Ваза, братан, я же говорил, не бухай вчера. Да, ну, да, почему, да, бухай, у меня Жанна бомбит, да, братан, ты, мы его потеряли, у него да, свадьба да, завтра. Да, сам придет, он братан, ну мы же приехали, не нормально. Убери трубку, да, чего ты? По-моему, весь отель обшарили. Что найдется? Не, ну... Все, не парься. Как, да куда он делся, братан? Ну вчера же вместе... Ты до меня его Жанна вытрясет, да, высушит и да, убьет, да, к чертям собачьим. Блин, Павел! Ну, косяк же лишний был, братан, но я же да, говорю, не надо курить. Зачем курить, она шука, да, надо, да, плохо. Ну, это, вообще, Аза, ну зачем бухать? Ну ты в Лас-Вегас приехал бухать, да, все, отвали, башка болит, запарил. И чё? Чё делать теперь? О, пацаны, вы чё, как тут? Я в этот магаз вообще ходил, здесь чё-то сушняк дороговат, я молочка купил, пацаны. Чё там? Ты чё? Охуел! Да. Yeah!